абсолютно новый Volkswagen Touareg с огромным монитором размером 15,4 дюйма. В этом автомобиле не хватало камер для удобства парковки, и мы добавили их. Переход между режимами осуществляется нажатием и удержанием штатной кнопки. Сейчас это оригинальный режим, сейчас режим навигационной мультимедийной системы, где есть куча приложений, основной из которых Яндекс.Навигатор. Привет, Алиса! И следующее нажатие. Опять система кругового обзора. При включении поворотников можно более детально рассмотреть, что происходит справа или слева автомобиля. При включении задней передачи из любого из режимов появляется оригинальная камера заднего вида, которая изначально здесь стояла. Важный момент. Ни на какие гарантийные обязательства автопроизводителя это не влияет. Наша гарантия на срок владения автомобилем. Обращайтесь, и у вас появится такой же или даже лучше.